Добрый день всем. Вот у меня на складе обслуживается Валентина Упорова. Ей 78 лет. И буквально вот сейчас мы зарегистрировали, и она закрыла мастера, с чем мы ее поздравляем. Давайте вам подарок от нас. Спасибо. Спасибо. Вот такая бабушка, 78 лет. Вот представьте, работает. А вот молодые у нас сидят. А вот, бабушка, скажите что-нибудь, тетя Валь. Вот как вы пришли? Вот пьете магний-водород? Я, конечно, пью магний-водород. И вообще я пришла только в основном на продукт. На здоровье я когда, пришли, да? Я когда услышала о нем и увидела результат своей приятельницы, конечно, я сразу сказала, а где его взять и как можно его получить. Она сказала, ну вот, давай регистрируйся. Я зарегистрировалась и пошла на продукт. О маркетинге я даже и не думала, даже не знала, что там, какой маркетинг, что есть. Ну, а когда получила сама результат на себе, да, я тут же зарегистрировала свое второе место, оформив его на деда. Ну вот, и пошла дальше знакомым, друзьям, подругам. И ну, вот так... а окружение у меня, естественно, вот такое же, как я. Чуть старше, чуть младше. Да, представляете? да. Вот, так что всем удачи, всем успехов и пейте магний-водород. Молодцы, спасибо большое. И вот она сегодня получила уже 50 тысяч премию от компании. Ну, разве это не Здорово. Шикарно? Вообще классно. Молодцы, молодцы. Всем так, поздравляем вас. Всем так желаю вот такой удачи. Молодцы. Поздравляем. Спасибо. Спасибо компании. Спасибо за то, что так здорово она поощряет тех, которые прикладывают хоть небольшие, но все равно усилия. И я считаю, что это не очень большие усилия. Я раньше была в каких-то компаниях, работала тоже как сетевик, да, пробовала, но больших результатов я нигде не достигла. Вот только первая компания, которая меня поощряет, поощряет. И поэтому мне хочется сейчас уже не только бегать, а ноги стали бегать, не ходить, а бегать. А сейчас хочется даже летать. Вот, молодцы. Молодцы. И вот она пришла за продукцией для своей команды. Представляете, вот, 8 випов. Молодцы, молодцы. Поздравляем, всем Спасибо. Желаем удачи.